Здравствуйте, вы на канале Калита Алекс. И сегодня мы с вами будем говорить о шестеренных насосах. Итак, эти насосы предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов, погрузчиков, автомобилей, сельхозхозяйственной и коммунальной техники. Сейчас на примере визуализации немного пройдемся по составляющей. Кратко говоря, это роторный насос с рабочим органом в виде двух шестерен. Как правило, шестеренные насосы используют для подачи нефтепродуктов и других жидкостей без абразивных примесей. При вращении шестерен жидкость поступает из полости всасывания во впадины между зубьями, а затем перемещается в напорную полость. Высокие эксплуатационные характеристики насосов НШ обусловили их применение в гидросистемах тракторов производства Минского, Харьковского, Волгоградского, Владимирского, Алтайского, а также многих других тракторных и комбайновых заводов. Насосы НШ выпускаются как левого, так и правого вращения, в зависимости от сборки. Левое вращение – это вращение ведущего ротора против часовой стрелки. Вращение вправо – это вращение ведущего ротора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. Ну а сейчас я уже буду рассказывать о нашей продукции. Позвонив по этому номеру телефона, вы сможете заказать себе качественный НШ-насос любой пропускной способности. Множество разнообразных моделей – 10-е, 16-е, 32-е, 50-е, спаренные. Все наши насосы проходят полноценную проверку на стендах. Поскольку НШ-насосы – это гидравлика, вы также можете заказать нужные вам распределители или гидроцилиндры. Также есть супер возможность замены вашего старого НШ-насоса на абсолютно новый. Для того, чтобы узнать все интересующие вас детали, звоните по этому номеру телефона. У нас вы найдете насосы лучших производителей Украины – «Гидросила» и «Винница». За более подробной информацией заходите в нашу группу в Вайбере, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новые видео. С вами был канал «Калита Алекс». До новых встреч!